Всех приветствую на своем канале, здравствуйте, на связи сервер Гартерен, и мы продолжаем играть в игру Архейдж. Сегодня у нас аренка за потрошителя против сновидца. ГС у него, конечно, немножко поменьше, чем мой, но тем не менее это все-таки маг. Начинаем с инвиза, и что-то вот я не могу его никак догнать. Молот. Попадаем в фир снимаем. Копия. Вихрь. Попадаем в сферу. Ну и все. Молот нас в откате. Тут пошла комба уже сновидца. Уже ничего не сделать. 55-ми добивает. Ну, вот так вот. Ладно, смотрим второй раунд. Другую тактику сейчас немножко припримем. Шмот у него не посмотреть. Даже чего, что он надет. Я думаю, что можно по-другому начать. Давайте через проворство. В инвиз. Кобра. Копия. Вороны. Оковы смерти. Так, фир снимаем сразу же. Кинжал. Бросок. Тройной удар и вихрями добиваем. Третий раунд. Я думаю, что также стоит начать сейчас с инвиза попробовать. Потрошитель все-таки уникальный класс, интересно очень. Так, начинаем также. Попало все-таки нас эфиром и молнией. Снимаем антифир. Копья. Сами попадаем в стан тоже. Итак, рывок тройной. Вихрь, кинжал и решающий. Вот такой вот бой. Сегодняшненький, коротенькое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.